пока все в порядке. Вот только не летает. Этот самолет хоть отказывается летать, чтоб вы себе думали. Как вы видели, друзья, подготовка заняла гораздо больше времени, нежели чем сам полет, а полет как таковой не состоялся. По нескольким причинам. Первая причина – это ты, а вторая – все мои. Как уходить на ветер? Отломался кусок тяги для элерона, поэтому сейчас будет там кривоватый, если вообще будет. Да, этого элерона не будет. Ладно, попробуем с одним элероном полетать. Это будет забавная картина. Ну что, друзья, Бортини с одним крылом. Попробуем. Не тянет, вообще не тянет. То есть тяги вообще никакой. Пока Бортини не летит. Вот он вообще не реагирует. И я понял на самом деле почему в очередной раз. У него слишком маленькие слабые плоскости управления. То есть надо делать очень большой и широкий элеватор. Отказаться полностью от рудера, потому что стабилизатор нужен, а рудер не наш. Летает. В общем, тот, кто сказал, что летает довольно-таки неплохо, и тут же рухнул. В общем, надо подобрать хороший винт. Это мы легко починим. We'll be right back.
подписывайтесь на канал, да, смотрите, возможно, чем-то вас еще и порадую, а возможно и нет, посмотрим. Ну, смешно будет, я надеюсь.